и мотыльки, как маленькие рты, лопочут прах, слетаясь с похорон. Ну вот про что? А почему? Почему вы выбрали? Мне очень хотелось послушать интонацию вашу. Ну хорошо. А можно еще один вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот у вас было стихотворение, посвященное летучей мыши. А нет ли, вот вы пытались сравнить, по-моему, у Д.Х. Лоуренса ведь есть тоже так. У кого? У Лоуренса есть стихотворение «Летучая мышь». Вот интересно было сопоставить ваше стихотворение на слово. А я не помню своего стихотворения. Лоуренса тем более. Своего стихотворения я не помню, а Лоуренса, наверное, не читал. А что за летучая мышь у меня, я не знаю. А у вас там тоже? Может быть, черт его знает. Мышей много, да, в стихе. Проточили. Я не помню, я просто, честно говоря, не помню. Я не знаю. А как вообще отличается трудно читаемое стихотворение от читаемого легче? Ну, я не знаю, я свои стихи могу читать все, и трудно читаемые тоже, но я просто думаю о слушателе, не всегда понятно. А как это ощущается? Каким, а? Каким образом это вот можно определить? Ну, трудно, например, мне Элегию трудно было сейчас читать.